Так, походу последний день. Последний день, когда можно сгонять и покопать металла. Все, дальше все. Дальше дожди. И зима пошла. И пошла зима, блин. Конкретная, походу. Одни дожди, дожди, блин. И все. Ну что поделать? Стопудово надо сегодня сгонять. Так что гоним. Конем металлолома еще немножко. Потому что дальше будет холодно и голодно. Итак, всех и душу приветствую. 13.07, 25 сентября, пятница. Добрался опять до того болота, где 2 дня уже куркуют железо. Сегодня уже третий день. Третий день, как говорится, на дне болота. Копаем металл. Фу. Здесь сейчас во враге прошелся, посмотрел, может, что есть. Ну, немножечко так насобирал. О! Что это? Восход. Мопед Восход 3М. Ну вот так вот от велика вот, звезда советского старого. Так, немножко железячек. Килограммов 5 надо. Вот какая-то фигня. Вот что попалось, переключителя телевизора. Микросхеме К115. Они некоторые с позолотой, некоторые нет. Надо смотреть. Ну там полубочонки, вот в этом диоде позолотка, по-моему, есть. А, и вот эти вот детали, это конденсаторы, по-моему, какие-то. Они, по-моему, приемные, вот эти конденсаторы. Переключатель под диапазонов. Ну да, от какого-то старинного телевизора. Ну какой-то старый телевизор, слушай. Потому что я помню, такие были, да, вот перемычки менять. Да, давно-давно такие были телевизоры. Ладно, ищем дальше. Ну, мелочевка идет потихоньку. Потихонечку идет. 2 столба лежат старых. Надо будет кувалды взять потом, одолбить. Арматура, сейчас покажу. Вот. Вот мелочь, кучу кидаю пока. Да. Фух. Вот торчит столб. Вот железяка большая торчит из него. И вот столб лежит. Вот прибор, вот столб. Ну, он где-то вот здесь вот кончается. Немножко в траву вообще заходит там. Но арматурина хорошая, старый столб. Толстенный он торчит. И причем его будет легко отбить. Относительно, потому что он старый. Он железяку копнул. Какой-то лист с приваренной арматурой. Так что дело идет. Дело идет. О, тут с обратной стороны 2 арматурины. Так что вес нормальный. Килограммов 10, наверное, есть. Нет, даже больше. Где-то 13-14. Тяжело держать одной рукой вот так вот, 2 пальцами, блин. Неплохо, неплохо. По красоте. Но приходится скашивать вот это дно болота. Здесь как раз вода раньше стояла. В этом году все пересохло, блин. Все болота вообще попересыхали. А вот там, кстати, где рыбачат, там можно поподнимать нормально железо. Потому что там, я как-то копал одно такое болото, где вот рыбачили. И там это, грузило всякие самодельные были от лодок. Морды старые еще из меди, скрученные из медной проволоки на раков. Здесь-то просто болото лесное. Где металлолом всякий скидывали в него. Ну что-то, блин, слушай, цветника нету пока. Так, вообще немножко нашел меди, медной проволоки. И то по верхам валялось. Вот в этой яме-то до последнего вода стояла. Сейчас я ее прозвоню. Вот эту яму. Фух. Ну что, ищем дальше. Итак, начинаю закругляться. Время 15.15. Добил, короче, это место. Тут уже небольшой, так сказать, кусок оставался с прошлого раза. Я вот все переживал, что не оставлять. Думаю, надо полностью добить это место. Но тут столбы, столбы надо будет оббить. Там еще трос лежит в том курке, в прошлом, во вчерашнем курке. Вон тут арматура-то нормальная такая торчит, вон, хорошая. Надо будет раздолбать эти столбы.
Тут еще где-то так проволока торчала, а вон, да, вон возле того столба проволока торчит. Вот она. В общем, что? Металл есть. Немножко, но все же есть. Как говорится, накидал вот кучку. Накидал кучку. Пойдет. Сейчас надо как хорошенько спрятать. И все, на сегодня, как говорится, на сегодня все. И, возможно, велокоп, это был последний велокоп в этом сезоне. Потому что, как вы видите, завтра еще пасмурная погодка, а потом погода начинает портиться и уже идет минус, плюс 3, и ночи уже в минуса уходят через неделю. А до этого будут идти дожди. Так что сейчас это все куркуется. И потом приедем, заберем, надо будет раздолбать столбы, напилить трос и посмотрим, сколько из этого всего получится. Ну и, возможно, еще на одно место поедем покопать металла. Еще, если килограммов 100-150 найдем, то уже будет нормально, как говорится. Как-то так. Ладно, сейчас это все прячу и двигаю домой. Цветника немножко есть, и то, как говорится, хорошо, да? И то уже что-то. Ну все. Двигаю домой, это было так. 25-е, блин. Я так подохренел копать металл, что забыл, какой день сегодня. Это было 25 сентября. Возможно, последний выезд уже на велокоп. Ну, посмотрим. Если удастся, не знаю пока. Удастся, нет. Может быть, в октябре пару дней еще будет. Но это навряд ли уже. Холодно, скорее всего, будет. Так что как-то так. Ладно, теперь уже точно встретимся на видосе с забором куркачизации. На моднейшем металлокопе, как говорится, с забором курков. Ладно, до новых встреч. А я двигаю домой отдыхать и мыться. После 3 дней вот этого всего пахания на металле у меня все воняет, всю одежду надо стирать. Ладно, всем респекта.